Добрый день, друзья и гости моего канала. Купила на рынке вот такой флокс. У него он, значит, под вид как сирень. Видите, у него такие грузди. Он пахнет прям очень ароматный такой. И вот соцветия у него не настолько крупные, но он вот как сирень, что ли, мне сказали, называется. Ну, видите, вот грозди прям как у сирени. И цвет такой же. Вот это я покупала на рынке. И вот этот, у меня просто они уже 2 дня стоят у меня. Ждут посадки. У нас жара. И вот такой крупный флокс. Темно-темно-бордовый. Или я не знаю, какой цвет назвать. Вот. Значит, у нас подорожали на рынке саженцы. Вот такой вот за этот кустик. Вот из 3 веточек я отдала 250 рублей. И вот за одну отдала 200 рублей. Сейчас я буду садить клумбу. Я цветничок небольшой сделала возле теплицы. Немножко облагородила. И буду туда садить, так как там солнышко весь день. И им, думаю, будет очень хорошо. Значит, что я использую при посадке? Я вот купила грунт готовый для хризантемы флоксов. Мне хватит, я его полпакета положу, плюс перегной, плюс моя огородная земля. Потом, значит, я добавляю, конечно же, фертику для цветов, доломитовая мука и, естественно, яичная скорлупа. Яичную скорлупу я добавляю во все саженцы, как овощные, так и цветочные культуры. И вам рекомендую, потому что скорлупа, она будет очень долго, скажем так, перевариваться в грунте, но тем не менее свои полезные качества она будет отдавать постепенно, не сразу. И я вот примерно, ну, хорошую горсточку кладу в каждую луночку. Ну все, пошла. Сейчас я покажу вам, куда я буду высаживать. Ну, как высаживать, это обыкновенно лунку наполняете, вот эти все добавки туда добавляете, все перемешиваете. Я сажу по-сухому, я не лью. Ну и когда как? Когда, если, например, если был стакан, например, она была бы с закрытой корневой системой, да, саженец, то я могу и в луночку маленько полить воды для лучшей связки. А так как у меня открытая корневая система, вот видите в пакетике, как оно. Вот, поэтому я мочить сильно не буду, я посажу аккуратненько, расправлю корешочки и потом уже сверху я хорошенько пролью. Ну вот, подошла я к клумбе. Вот здесь я тоже покупала спирею. Я забыла, как она называется. Нипонская. Это, знаете, она белым цветет. У нее такие ветвистые. Но я картиночку вставлю. Здесь у меня астра бельгийская. Астильба. Но я ее буду убирать. Это у меня децентра. Ну и две вот еще у меня бельгийские низкорослые астры. И там у меня бородавчатые высокие ирисы. И вот сюда между ирисами я сейчас буду их садить, так как ирисы отцветут. И тем временем подрастут флоксы. Ну вот, поселила я. Поставила опору, но потом поняла, что я все равно срезать буду. Так что опору зря поставила. Ну ладно.